Так, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой видеоблог. Так, друзья, в этом выпуске цитаты Паула Коэльо. Жизнь никогда не бывает неполезной. Каждая душа, которая спустилась на землю, имела причину появиться здесь. Любовь – это необузданная сила. Когда мы пытаемся ее контролировать, она разрушает нас. Когда мы ограничите ее свободу, она порабощает нас. Когда мы пытаемся ее анализировать, то чувствуем себя сбитыми с толку и потерянными. Позволить другому сделать нас счастливыми означает сделать счастливым и его. Все всегда заканчивается хорошо. Если все заканчивалось плохо, значит, это еще не конец. Любой, кто любит, ожидая, что его возлюбят, тратит свое время. Жизнь пробует и испытывает волю людей на разные лады. То сделает так, чтобы ничего не происходило вообще, то обрушит на тебя все сразу и одновременно. Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство. Тот, кто попытается завладеть цветком, увидит вскоре, как он завянет и потеряет свою красоту. А тот, кто всего лишь любуется им на лугу, получит его навсегда. Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить громче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится. Ни жизнь, ни смерть не имеет конца. Они лишь этапы вечности. Так научись чему-нибудь. В наше время люди потеряли интерес к жизни. Они не скучают, не плачут, лишь ждут, когда пройдет время. Они отказались от борьбы, а жизнь отказалась от них. Это грозит и тебе. Действуй смело и иди вперед. Но не отказывайся от жизни. Любовь сродни плотине. Если оставить хоть крохотную дырочку, куда может проникнуть тоненькая струйка воды, то вскоре под напором ее рухнут стены. И придет мгновение, когда уже никому не под силу будет сдерживать силу потока. Что случилось однажды, может никогда не повториться снова. Но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, и получить то, в чем нуждается. Риск одного приключения дороже тысячи дней благополучия и комфорта. Потеря тех, в кого я влюблялась, прежде ранила мне душу. Теперь я убеждена, никто никого не может потерять, потому что никто никому не принадлежит. Вот она, истинная свобода, обладать тем, что тебе дороже всего, но не владеть этим. В любви нет добра и зла, нет созидания и разрушения, есть лишь движение, и любовь изменяет законы природы. Избыток предосторожности разрушает душу и сердце, ибо жизнь – это акт мужества. Видимо, пустыня для того и существует, чтобы люди радовались деревьям. Иной раз легче добиться ответа молчанием, чем задавая вопросы. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь в комментариях своими впечатлениями. Пока!